по реконструкции путепровода через железнодорожные пути Брянск-1. Данный объект сегодня можно констатировать сдан. Уважаемые участники строительства данного путепровода, гости, я искренне рад тому, что сегодня мы открываем движение по данному участку путепровода. Работа проделана огромная, но она не завершена. Мы рассматриваем вот этот вот путепровод в комплексе, старый действующий и новый, подъездными путями с одной стороны Советского района и с стороны Володарского района. Вот когда мы эту работу в целом выполним, мы, естественно, открытие вот этого комплекса будем делать торжественно. Этот мост долго ждали жители Володарского района. Надеюсь, когда мы закончим весь комплекс работ, которые здесь запланированы, то ни на въезд, ни на выезд пробок, по крайней мере, здесь не будет. А это очень большое дело. Это заполнение ВМЗ, да? Заказчик.